Да куда ты прешь? Правей давай, правей! Куда, куда еще правее, левее давай? Не слушайте его, не слушайте, кого вы слушаете? Посмотрите ему в глаза, он же мерзавец. А ты не мерзавец? Мы тут все мерзавцы, но я главнее. Протестую, я как заместитель помощника главы подкомитета. Слюной не захлебнись! А что, что мы тащим? Будку гласности. Будку... чего? Гласности. Зачем? Тихо, тихо. Да так, поговорить. Зачем нам говорить? Ребята, ой, вы что, нам работать, что ли? Пустите честного политика. Кто честный? Ты честный? Я. А кто лоббировал пивную промышленность? Что? Я лоббировал пивную промышленность. А кто же? Я вообще не пью. Да? Товарищи. То есть, фу, я хотел сказать, господа. Козлы. Ну, в конечном счете, это все равно. Просто я хотел напомнить, что мы в прямом эфире. Как в прямом эфире? Так, вот видите, лампочка горит. Эй, козел, туши фонарь. Секундочку, господа, господа, по порядку, по порядку, по порядку. Да-да-да. Господа, можно сколь угодно говорить о том, что кардинальное решение проблемы создания новой макроэкономической модели, ситуации политического дисбаланса и острых инфляционных ожиданий в обществе в конечном счете неотделимы от решения отнюдь непростых вопросов социальной адаптации, которую в свою... Я тебе сейчас покажу адаптацию. За отнюдь ответишь! По-русскому говори, да. Товарищи, антинародный оккупационный режим, снюхавшийся с международным империализмом, сионизмом и абстракционизмом, потерял остатки ума, чести и... этой, как же ее... совести. Родина распродана, идеалы посрамлены, армия разворована. А главное, все себе, а нам? Мы тоже хотим. Хватит терпеть. Сплотимся вокруг меня и большой толпой пойдем обратно. Учение Маркса всесильно... потому что оно Маркса. В общем, Ленин жив, Христос воскрес, да здравствует СССР, оплот мира во всем мире, от Северной Кореи до Южного Йемена, и еще оплот этой, да как же ее, демократии, долой из Кремля старых супостатов, даешь... новых. Все на выборы меня. Сказал, выйти из будки. А я еще хочу. Потерпи. Вот станешь президентом. Ой, тогда и будешь делать, чего хочешь. А пока выйти из будки. У-тю-тю-тю-тю-тю-тю! Ну чё, где? Да вон, вон, по центру. Как чё, в натуре? Уалом, пацаны! Кия! Сейчас мы оттянемся! Кия! Мы ж силовые! Кия! Опа! Шварценеггер отдыхает. Какие? Мало не покажется. Какие? Слышь, чувак-то. Но. Они в самый прикол-то не въехали. Где ты в натуре гонишь? Да не въехали, я тебе говорю. Скажем же, для понтов. Ну, 3.15, 10.20. Мы не хотим в президенты. Опа! Вот так, нам и без того хорошо. Ну, я торчу. Нас видно? Видно? Да. А то нас давно не было видно. Вот мы и пришли. А то всех видно, а нам обидно. Потому что чем мы хуже, чем? Ничем не хуже, ничем не лучше.
такие же, в точь. Так почему же и всех оставили, а нас послали? Ага, и вот хоть к папе, а меня... А я 2 года... От его лица говорил. Так вжился? Перестать не могу. В Ватикане пугаются. А денежки? Кто же ему теперь денежки посчитает, чтоб сошлось? Ну, коллега, не надо. У вас же небось осталось. И что бы не осталось? Сколько лет считал? Ну, вот. И я тоже, можно сказать, как у Христа за пазухой. Так чего же мы плачем? Плачем, а? Здешних жалко. Пропадут же без нас. Пользуясь случаем, я хотел бы выступить с коротким опровержением. В последнее время в российской прессе постоянно муссируются слухи, что существуют 2 Козырева. Хочу совершенно авторитетно заявить, что это неправда. Козырев один, совсем один. Факт. Что? Да я ж один, ёлки-моталки, а второго никакого нет. Верно говорю. Аск. Я буду говорить. Я буду говорить в прямом эфире, пока меня не скривит. Я буду говорить, потому что мне есть что сказать россиянам. Россияне, вы где? А, вот вы где. Слушайте сюда. Вас обманывают. Вас все обманывают. Только я вас не обманываю, потому что я патологически честен. Россия будет великой державой, если выберет меня. А если не выберет, будет маленькой, никому не нужной, как Люксембург. Народы России, вам уже сейчас плохо, но вы еще не знаете, что ждет вас впереди. Впереди вас жду я. Я приведу вас к такому светлому будущему, вы закачаетесь. Причем некоторые на фонарях. Да-да, мы не будем церемониться с демократами, космополитами и другими психически ненормальными меньшинствами. Исключение будет сделано только для членов ЛДПР и тех ненормальных, которые проголосуют за меня на выборах. Для них я лично обещаю небо в алмазах и ананасы в шампанском. Причем шампанское будет наше, и ананасы тоже наши. Потому что шампань я присоединю к Воронежской области, Африку к Туркестану. Прибалты, ждите меня со стороны Финляндии. Что? Что? Почему погас свет? Это провокация. Включите свет, я хочу улыбнуться своему народу. Вы уже? Уже. Ну и славно. Передавайте там привет. Кому? Всем. Наполеону, Юлию Цезарю. Кто там у вас еще из лидеров? Добрый вечер. Я жив. Вы еще меня помните? У меня все по-прежнему. Я все понимаю, но ровным счетом ничего не могу изменить. Так сложилось. Если бы я стал президентом, я бы, конечно, устроил тут все как у белых людей. А пока ничем не могу помочь. Живите как есть. Не желаете? Ну, как хотите. Я хотел бы вот что сказать. Вот это все глупость. Просто некоторым хочется раскачать ситуацию. А в стране все хорошо. Реформы идут. Рубль стабилизируется, инфляция падает, заводы работают, совхозы пашут, летчики летают, моряки плавают, машинисты ездят, шахтеры голодают, опера поет, балет выгоняет Григоровича. Если кого забыл, извиняюсь. Все нормально в стране. А вот эти все это разговорчики, это ерунда. Надо работать. Дело надо делать. Трудиться. Вот правительство работает. С ошибками, конечно, без всякой пользы, но работает же. И все у него в порядке. А скоро будет совсем хорошо, потому что ситуация у нас под контролем. Повторяю, у нас. О,
Ку-ку. 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 Ага. Можно. Вот сюда. Ты это, погуляй. Россияне, тяжелый час обращаюсь к вам. Все, понимаешь, норовят на мое место. Все критикуют. Что я могу? Ну, указ принять, ну, там, другой. Так все равно ж, понимаешь, никто не слушается. Это ж Россия, мать. Раньше было, ну, как-то легче. Раньше, понимаешь, союз. В Кремле кулаком стукнул, так, знаете, курилок землетрясение. А сейчас стучи, не стучи. Только вот этот топтун и услышит. И то, значит, если меня охраняет, а не на банкиров охотится. Тяжело мне, россияне. Знаю, вам тоже нелегко. Сочувствую. Но поймите и меня. Экономика, значит, дуба дает непрерывно. В парламенте склоки. Иноземцы того, гляди, прилетят, а тут эти, значит, ну, как бы, значит, промашки там или самашки. В общем, такая Чечня. Плохо здесь быть президентом. Честное слово, россияне, плохо. Ну, разве же в теннис поиграть там свое удовольствие, а в остальном хуже нет работы. Лучше бы снова на строительство бросили. Но некому. У нас же тут по Конституции кто главный? Я. А Конституцию кто принял? Вы. А вы это святое. Выходит, никуда мне с моего поста не на шаг. Так что прошу об одном. За мной не занимать. Спасибо за внимание.